сегодня суббота. И такие ли, типа, субботам суббота обычно? Суббота утро дома бывает крайне редко. Не снимайте меня! Why? Why not? Да, ну я же сказал, не снимайте меня! Да, Лен, ну так надо себя вести. Мы взяли в Казани квест, то есть типа это, чтобы узнать Казань. Изучение Казани. Квест-экскурсия по улице Баумана, Казань, да. Точка Казань. Про, точка про. 1400 рублей стоит. У нас была скидочка, поэтому 1477. А было 1450, между прочим. Если, несмотря на подсказки и ваши собственные усилия, вы тупорезите, рекомендуется воспользоваться кнопкой СОС. Короче, нужен только телефон для квеста. Нажмите, для нее есть. Вот как вы думаете, это будет прикольный квест? А? Да, нет, да. В общем-то, да. Я думаю, что я не буду пока делать прогнозы, потому что они сбываются обычно. Ну, там есть кнопка СОС, если что, мы нажмем ее. Если что, жми сейчас. Этот квест посвящен улице Баумана. Мы решили, что это отличный и увлекательный способ узнать побольше о Казани. Сейчас нам нужно пойти к улице Тукая к часам. Это первое наше задание. Смотрите, двухэтажный автобус. Пять шагов из 52. На верном пути. Ну, мы нормально идем. А вот и наш бездомный профессор. Сегодня он еще и гангстер. Если хотите побольше узнать о профессоре, посмотрите первую серию о Казани. Итак, мы задабриваем Суанасы, мы кидаем монетку, чтобы квест прошел. Да, нет, чтобы мы задабриваем Суанасы, чтобы избежать возможных козней, которые она нам могла приготовить не только здесь на пути, но и вообще по жизни. Раз, два, три. И бомжи такие. Зашвыряли камнями Суанасы. Кстати, именно в Казани родился и вырос Шаляпин. В городе даже проводится оперный фестиваль имени Шаляпина. Еще дома, изучая, чтобы посмотреть в Казани, я для себя решила, что обязательно поднимусь на эту колокольню. И задание квеста удачно подтолкнуло нас к этому действию. Это высочайшая из всех старинных построек города. Это как раз тот случай, когда колокольня стала гораздо знаменитее, чем сама церковь, которая спряталась во дворе. Итак, нам нужно сейчас нырнуть в арку, чтобы увидеть дальше. Чтобы своими глазами увидеть место, где 2 февраля 1873 года крестили Федора Шаляпина, нырните в арку колокольни. Вызов принят! А теперь ответьте на вопрос, где еще, помимо балкона, используется такая же красивая в татарском стиле решетка? Время пошло. Крыша.
Крыша! Крыша! Знаете, я думала, что крыша. Играя в этот квест компанией, у участников возникло чувство соперничества. Кто же будет первым? Внимание, вопрос. Мы же предлагаем вам узнать, по каким заморским фруктам больше всего скучали художники, оформлявшие вход в Куба Либра. Вызов принят. Время пошло. Бананы! А мандарин, ананас. А что надо отвечать? По каким фруктам скучал? По бананам, мне кажется. По ананасу. Давай бананы пробуем. Давайте бананы. Ананасы. А еще хочется отметить два памятника на улице Баумана. Это копия кареты Екатерины II, на которой она перемещалась по городу во время своего визита. Оригинал стоит в Национальном музее Казани. Реальный размер до 7 метров в длину и задними колесами в человеческий рост, диаметр до 180 сантиметров. Так что есть ради чего и в музей заглянуть. Жаль, что мы не успели. А это кот казанский. В Казани есть специальная порода котов, которые отлично истребляют крыс и мышей. 30 казанских котов даже были привезены в Петербург для очистки Зимнего дворца от грызунов. В честь них и памятник. Решили сделать небольшую передышку в доме великана. Нельзя это на камеру снимать, то, что я сейчас скажу. Я чревовещатель. Зачем ты это снимаешь? Я не снимаю. Нельзя. Это, кстати... Ну, в кредит. Это не Тамерлан? Ну, в кредит. Подожди. Не, согласно, прикольно с такой вернуться, да? Просто это Тамерлан, скажи, Сереж, как думаешь? Нет, это же какой-то их там этот... Почему ты не думаешь, что здесь... А почему здесь Тамерлан должен быть? Я уже открыл, уже пытался читать. Ну, спроси. Давай, подожди секунду. Ну, это не Тамерлан. Кать, да это же... Этот же как его? Антикварный магазин. Скажи, пожалуйста, а чей бюст вот там стоит? Большой бюст? Ну... Это бюст Чингисхана. Чингисхан может, да. И снова квест. Осталось совсем немного. Страсти накаляются. И скажите, стоять. Изображение какого святого лика находится на... Нет, сейчас сторона будет колокола. На ближайшей к храму стороне колокола. Еще несколько вопросов, и мы у цели. Популярный герой татарских сказок и легенд, который уже давно завоевал себе место под казанским солнцем. Кроме того, он засветился на логотипе одного известного футбольного клуба. Как думаете, какого? Акбарс! Кроме того, он засветился на логотипе одного известного футбольного клуба. Как вы думаете? Рубин! Футбол? Рубин. Хоккей? Акбарс. А баскетбол? А вот не знаю. И вот мы снова гуляем по вечерней субботней улице Баумана.
мы на вокзале, мы уезжаем сейчас. Наши друзья остались в Казани, они уезжают только завтра. А Сережа надо на работу, нас Олеся ждет дома, поэтому мы уезжаем сейчас. Вот, наш поезд. Сегодня суббота, вечер. Туда мы ехали на двухэтажном поезде, обратно мы едем просто на каком-то фирменном. Доброе утро, воскресное. Мы приехали в Москву, вернулись. Сгонять свою тоску. Да, я забыла сказать, у нас в Инстаграме проходил конкурс, связанный с городом Казань, и выиграла в этом конкурсе Смирновчик. Конкурс в Инстаграме. Чё? Просто так. Да, да, я просто забыла там в Казани об этом сказать, поэтому говорю сейчас. Вот, а мы вернулись, да, в Москву. Снег здесь, а в Казани нет. Не было ничего. Казань – это действительно красивый и интересный город, заслуживающий звания третьей столицы. Рекомендуем всем посетить Казань. А мы бы хотели еще разок, как минимум, побывать в этом городе летом. Совсем скоро будет аппетитное видео про то, что можно попробовать в Казани. А поесть там есть что. Подписывайтесь, будет интересно!